Нарядная осень богата на праздники. Тут и Рождество Пресвятой Богородицы, и воздвижение креста Господня, и покров Пресвятой Богородицы. Все они важные, светлые, радостные. 8 ноября жители Тюмени встретят еще один праздник – День Благодарения Сибири. 8 ноября 1581 года смелый атаман Ермак Тимофеевич со своей дружиной вступил в столицу сибирского ханства, город Искер. Славные казаки помогли присоединить сибирскую землю к российскому государству, и стала она строиться и процветать. А впоследствии царем Александром III был учрежден праздник «День благодарения Сибири». И вот уже несколько лет ряд сибирских городов в этот день поздравляют свой край молебнами о здравии всех жителей и за упокойной литией о погибших войнах, концертами, научными конференциями. В этом году Тюмень отметит праздник своего родного края в 9-й раз. К участию приглашаются все желающие –